что я слышу, как в колл-центре заказывают аэрогриль от компании Эрисон, где объем чаши 7 литров. Дорогие телезрители, взгляните, пожалуйста, это и духовка, это и режим конвекции, и галогеновый нагреватель. Посмотрите, как просто и легко. Конечно, я открываю, и у меня прекрасно готовящаяся курица, дорогие телезрители. Итак, посмотрите. Посмотрите, пожалуйста, курочка целиком поместилась в нашем аэрогриле. С лимонным ароматом. Кстати, Оль, а ты ощущаешь, какой здесь, естественно, аромат, дорогие друзья? Аромат шикарный, как с мангала. Ты, как будто мы сейчас с тобой на даче. А я попрошу, пожалуйста, уважаемый оператора нашего, показать вовнутрь. Я здесь специально, чаша объемом 7 литров, кстати, и я поместил сюда специально щепу. Посмотри, вот он второй ярус. Я надеюсь, костры разводить здесь не будешь? Нет. Посмотри, щепа у нас слегка подрумянилась. Это говорит о том, что здесь мы используем систему барбекю. Здесь циркулирует горячий воздух, режим конвекции. То есть, Оля, еще раз, режим конвекции только в дорогих духовках. Да я знаю, здесь они стоят безумных денег. Конечно, а здесь уже все встроено, дорогие друзья. Плюс, конечно же, галогеновый нагреватель. Слушай, а чувствуешь, какой аромат? Чувствую, вот конечно. Вот как будто бы с мангала, да? То есть, по сути дела, аэрогриль заменяет нам мангал, правильно? Да, конечно, дорогие друзья. Итак, дорогие телезрители, кстати, ты знаешь, что сейчас доллар вырос? Да. Ты знаешь, сколько сейчас техника стоит в магазине? Слушайте, вот, посмотрите, пожалуйста, еще раз. Вот румяная с паприкой корочка, вот он лимонный аромат, конечно же. И плюс вот эти вот опилки ольховые, которые дали систему барбекю. А ты знаешь, а я знала этот секрет еще до тебя. Я знаю, что если лимончик использовать при запекании курицы, особенным получается белое мясо. Оно такое нежное, согласись, да? Да, совершенно верно, дорогие друзья. Но вы думаете, можно готовить курицу или запекать ногу, или, конечно же, буженину. Все, что вы хотите, я тебе демонстрирую. Так, давайте рассмотрим, пожалуйста, что я здесь приготовил. А, хорошо. Давайте посмотрим, как устроен. Давайте, взгляните, пожалуйста. Во-первых, галогеновый нагреватель, которым я обязательно вернусь. Вот два тумблера. Первый отвечает за температуру от 0 до 260 градусов. Второй за время приготовления. Ага. Это два огонька, которые показывают, работает. И, конечно же, система отключения. Очень просто. Это говорит о том, что безопасно. Смотрите, я открываю, отключается. Закрываю, он включается. Да, то да, есть да. Вы подняли за ручку, он сразу отключается. Безопасность. Безопасно. Спрашиваю. Мы ждем ваших звонков. Итак, дорогие телезрители, посмотрите, это не обман. Мы на ваших глазах готовим при помощи этой формы настоящую запеканку. Посмотрите, все очень просто. Эту форму заливаете тесто и отправляете в чашу объемом 7 литров. На нижний ярус в комплекте два яруса идет в комплекте. Итак, дорогие телезрители, это вам еще и духовка. Вы представляете? Это духовка, это плита, это ваш мангал. Зимой аэрогриль вы будете любить особенно. Это же так здорово. Зимой, представьте, гости к вам придут. Вы туда шашлычок погрузите, приготовите. Да. Аромат такой будет. Гости придут. Ты что, мангал где-то установила? Давайте, уважаемые телезрители, я, Оль, хотел тебе рассказать и нашим телезрителям, как устроен галогеновый нагреватель. Как это? Давай. Во-первых, все очень просто. Это уникальная разработка. Оль, мне к тебе вопрос. Ты знаешь, чем отличается галогеновый нагреватель от простого? Нет. Вот это солнце, галогеновый нагреватель, мало того, что он абсолютно безопасный, он еще нагревает температуру ту, которую вы устанавливаете здесь, внимание, за 5 секунд. Вы давайте проверьте у себя дома, вы включите электрический нагреватель, минимум за 15 минут. Оля, ну-ка своей красивой рукой поднеси, пожалуйста, галогеновый нагреватель. Ты меня так сильно любишь, скажи. Да. Ох, тепленько, тепленький, не то слово. А теперь смотрите, я отключаю, а теперь зафиксировали, посмотрите, здесь вот режим, посмотрите, вентилятор, вон он внутри останавливается. Это режим конвекции. То есть циркулирует горячий воздух по всей поверхности. То есть я тебя правильно понимаю, процесс происходит таким образом, что нагрев идет не только от галогенового нагревателя сверху, а то есть происходит нагрев повсюду, и снизу, и сверху. Да. То есть здесь можно и супы готовить. Абсолютно. Не помешивая. Суп, все, что хотите, дорогие друзья. Выпечка, суп, йогурты и, конечно же, любые запеканки, мясо, буженины. Вот смотрите, в качестве доказательства. У нас здесь работает температура 200 градусов, у нас практически готово, остается 15 минут. Смотрите, я открыл, он приостановился. Вау, смотрите сюда, давайте заглянем вовнутрь. Mm-hmm. Слушай, не хватает, знаешь, подождите, стойте, мне надо сюда положить немножечко горячее. Еще раз, оп, раз, два, три, быстренько выкладываем. Внутри все остается чисто. Посмотрите, я раскрываю, у нас здесь лепестки баклажан сверху.
куриные голени, крылышки, розмарин, помидоры. Посмотрите, готовое блюдо. Слушай, так просто, на фольгу все это выкладываем, готовим в аэрогриле, а не в духовке. Отсюда вывод, духовка нам не нужна. Посмотрите, как с любовью аэрогриль окутывал теплым воздухом эти потрясающие голени. А такой аромат от них. Я так хочу, чтобы вы прямо сейчас к нам в гости заглянули, взяли вилочку, у нас их много для вас, и вот прям вот съели, попробовали такую вкусняшку. Позвоните, закажите аэрогриль, это и мангал, это и духовка, да. Причем огромных размеров, целая курица там запекалась. Ой, что еще, слушай, можно в горшочках? Да, совершенно верно. Итак, дорогие друзья, понятно, аэрогриль вы запекаете, конечно же, мясо, понятно, но можно готовить, внимание, и в горшочке, томленая каша, дорогие друзья. Взгляните еще раз, вот она, посмотрите, с великолепным розмарином, конечно же, со сливочным маслом. Если хотите экспериментировать, добавляйте сюда боровики, и все у нас будет это готово. Это прям подача по ресторанному, представляешь? Горшочки в аэрогриле приготовить, гостей позвать и так вот на стол эстетично подать. Дорогие телезрители, я не знаю, что вас сейчас останавливает. Аэрогриль, в комплекте все необходимое. Итак, дорогие друзья, я хотел бы показать, что у нас в комплекте, уважаемые телезрители. Итак, дорогие друзья, как просто готовить любые стейки, любое мясо, выпечку, использовать, кстати, для расстойки теста, дорогие друзья, это тоже очень легко. Выпечка тоже, кстати, Оля, да, готовится очень легко. Итак, внимание, тоже. Как готовить? В комплекте идут два яруса. На нижний ярус кладете форму для выпечки, заливаете туда тесто, опускаете туда, включаете температуру 200 градусов, время приготовления 40 минут, и все, это заменяет вам духовку. Нет, вы представляете, то есть вы можете и хлеб выпекать, вы можете все готовить в вашем аэрогриле. Кстати, что идет в комплекте? Итак, смотрите, дорогие друзья, всего. Оля, вот этот вот, я считаю, кольцо, которое расширяет возможности приготовления до 11,5 литров. Огромный. Оно, внимание, да, вот мы с вами помещаем сюда, и все. Представляешь, как увеличится объем? Вот эти прекрасные два яруса, нижний ярус и верхний. Для чего это нужно? Выкладываете здесь овощи, либо мясо, наверху можно также яжи. И, конечно же, готовим сразу на двух ярусах. И, конечно же, вот это я его называю доставатель. Посмотрите, вот это все. И верхний нагревательный элемент, и чаша 7-литровая. Представляете, сколько супа можно приготовить за один раз. И подставка, и все решетки, и даже увеличитель. Приоткрываю тебе секрет, дорогие друзья, и вам, уважаемые телезрители. Если вы готовить хотите соленья, варенья, это не проблема. Да, да, здесь есть функция, помимо функции стерилизации, вы можете готовить соленья. Посмотрите, как легко. Как это делается? Это легко. Главное, на дно поместить нижний ярус, самый нижний ярус, дорогие друзья. Посмотрите, скоро сезон, готовить надо. Скоро сезон? Ах ты, без денег, чем ты все это время-то занимался? У меня уже давно банки закрываю, и помидорчики, и огурчики. Молодец. А что, ты не посадила? Нет, и, дорогие друзья, я не успеваю, я занимаюсь телеканалом Шоп-н-Шоу и готовлю вкусную еду. Я вообще-то тоже, но все успеваю, в отличие от тебя. Итак, дорогие друзья, и то сейчас напоминаю, для чего вам это нужно? Это заменяет вам духовку, так, и здесь можно запекать, готовить шашлыки, заменяет барбекю. Правильно показывает. Это настоящий йогурт, дорогие друзья. Здесь готовить его тоже можно легко. Домашний йогурт. Даже, Олег, домашний йогурт может аэрогриль приготовить. Ты представляешь себе? Да. То есть вот эти магазинные йогурты, ты задумался, что туда добавляют? Вот почитай как-нибудь этикетку, ты в шоке будешь. Итак, дорогие друзья, как готовить йогурт? В двух словах говорю. Выставляйте температуру 40 градусов на 6 часов, и у вас готово. Главное, положите туда закваску. Внимание, 40 градусов здесь это позволяет. Еще здесь есть, внимание, функция самоочистки. Вы можете готовить на двух разных ярусах, как сейчас у нас приготовлено. Посмотрите, ты чувствуешь? Это у нас похоже на что? Ой, там тоже на щепках. Да это колбаска, которую мы с тобой сделали при помощи лондомира. Да. Я помню, дорогие телезрители. Это, кстати, вы тоже можете заказать еще и мясорубку. Сами у себя дома сделать такую колбаску, а потом запечь ее в аэрогриле, как на мангале. Итак, слушай, здесь еще два уровня. Совершенно верно. Итак, дорогие
дорогие телезрители, можно готовить абсолютно все. Можно готовить колбаски, можно готовить буженину, можно готовить целую ногу свиную, потому что здесь, внимание, расширяется до 11,5 литров. А как расширяется? Итак, дорогие друзья, итак, уважаемые телезрители, давайте сейчас посмотрим, что еще можно приготовить. Угу. Соленье, варенье, йогурт можно приготовить. Дорогие друзья, еще раз, это качество достойное восхищения. Дорогие телезрители, вот точно такая же сочная, вкусная, с корочкой, как на мангале, будет получаться курочка и у вас. В вашем аэрогриле что нужно сделать? Что? Позвонить, заказать. Здесь галогеновый нагреватель. Это инновационная технология, которая быстро, мгновенно, за 5 секунд нагревает мгновенно температуру, а режим конвекции циркулирует горячий воздух. То есть прогревается мгновенно, быстро, зажарится со всех сторон.